Так, 1 января, 10:30. По традиции вышли на разведку. Посмотрим, что из этого получится. Кольцо металлическое. А в основном все мусор здесь, потому что жили, не знаю, кто, узбеки, таджики, корейцы. Короче, фермеры местные жили. И все засрато здесь. Идем дальше. Первую железяку нашел. Вот такую непонятную штучку нашли. Это на это реагирует. Стреляет. О, уже хорошо, уже деньги пошли. Железо. Шестерка, наверное. Полкило. Да, фольги куча тут разлетелась. Они же все в этих домиках из фольги живут. Оно разлетается. Они новыми оббивают кусками. Опачки. Опачки, что тут? О, ничего себе. Хрюшкин нос нашел. Ух ты, у меня запись, оказывается, включена, я не выключал. Пятачок нашел. О, это пуговица, точно. Кусок от ножниц. Такие здесь вторая часть, они так жжик, типа этих баранов, встречили овец. Такая штука. Там тоже что-то пищит. Пойдемте посмотрим, что там пищит. Что тут, брат? Какая-то какашка. Расплавленный алюминий. Да, залежи алюминия. Горело, походу. Вот не это, а не этот корень. Все. Ага, это, банка алюминия расплавилась. Точно. Шикарно копаем я тут. Ну, сигнал хороший был. Алюминий хорошо пищит. Ага, кольцо, ничего себе. Интересненькое. Сигналило так четко. Кольцо, потому что. Вот видите, следы человека, смотрите, весь канал. Нашел еще такой гребешок, тройка где-то толщиной. Блин, опять кольцо. Что-то вообще ничего интересного не попадается. Порой находишь. И прямо это, вон, железяки. Тут, походу, ремонтировались. Смотри. Чего только нету. Какие-то такие хернюшки. Какие-то вон такие вот. Смотри, можно что-нибудь сделать. Какая штука. Бочонок. Не знаю, прокладка какая-то. Это кольцо, видишь, шатунное. От велосипеда железяка. Какая-то тяжелая тоже штуковина. О, это тоже этот, как он? Видяха. Вкладыш. Такой. Оба, на шпатель. Пружина. Нихера себе. Дюралька. Короче, надо получше обследовать это. О, смотри, какая штуковина.
Вот такие оставляю штуки, пригождаются. Так, надо все в этот рюкзак складывать уже. О, смотри, еще, смотри, железяка такая хитрая. О, она еще железяка. Короче, вот он клад. Ну так себе, конечно, клад. Ну да, ну хоть что-то. Цветной металл зато он сколько. Все. И вот так вот бывает, уйдешь, а потом назад тащишь, взвесишь. Килограмм 8-10 рюкзак весит. Ну ничего, так потихоньку и набирается, а я уже давно не ходил. Ого! Пошло крупнее. Ого! Смотри, какой цельный металлическая штука. Тоже тяжелая. Она еще, походу, внутри там вращалась как-то. Ну, посмотри. Вот, железяка. Еще одна. Нихуя себе. Мы уже солярку окупили. Сколько сюда доехали. Они тяжелые, эти штуки. Так, помимо всяких железяк таких интересных. Смотрите, кран от самовара нашелся. Интересненько. Что-то ценное сегодня. Посеребряное или позолоченное? Как думаешь? Тут надо маркировку просто. МНЦ. Походу мельхиоровая. Да. Хоть что-то. Топор, смотрите. Кончик обломили. Так был прикольный. Но можно сделать вот так его, обрезать. И здесь чуть уменьшить. И сделать маленький топорик. Так что берем. Вот так как раз срежется здесь. Точно. Вот и все. Закончился наш первый январский коп. Больше на разведку, конечно, выехали. Потому что я здесь был, по-моему, весной прошлого года и не копал. И вот выбрались по находкам. Такое себе, конечно, мусор в основном. Да, кстати, еще вот это я вам не показывал. Вот с нержавейки миску нашел. Вообще целая, ровная. Бобику своему помою. И сковородка алюминиевая. Ну нормально, килограмм, наверное, в общей сложности. Ух ты, 10, наверное, если не больше. Дома если не забуду, взвешу. Так что, такие дела. Все, всем пока. Всем всего хорошего. Плохого и так было много. До новых встреч.